Праздничная оригинальная закуска – мандаринка, чесночные мандарины с сыром, классический рецепт. Вам пригодится яйцо 5 шате. Можно использовать и большее количество куриных яиц, в зависимости от их размера. Плавленый сырок 5 штата предпочтительнее использовать сливочный сырок, можно выбрать со вкусом. Чеснок, несколько зубчиков, остроту закуски регулируйте самостоятельно по предпочтению. Листики для украшения, готовой закуски майонез, несколько ст. Л, высокой жирности, пакетик приправы, карри, для обваливания закуски и придания и оранжевого цвета. Приготовление, отварите яйца и с помощью самой мелкой терки натрите их в салатник. Туда же натрите плавленные сырки, заправьте ингредиенты несколькими ст. Листы жирного майонеза и тщательно перемешайте массу. Добавьте в массу предпочтительное количество давленного чеснока. Руками скатайте небольшие шарики в размер настоящим мандаринкам. В сервировочное блюдо положите листы салата или пекинской капусты. В отдельную тарелочку насыпьте приправу, карри, ровным слоем. Каждый скатанный шарик закуски обваляйте в карри и положите на сервировочное блюдо. Вставьте листик в верхушку шарика перед подачей. Закуска, мандаринка, с оливками и маслинами, рецепт. Вам потребуется, сыр твердый 200 грамм. Используйте любой, российский, сметанный, голландский. Яйцо 4 штата, можно использовать меньше или больше, маслины или оливки, можно с начинкой, в количестве мандаринок. Веточка петрушки для декора, мандаринок, приправа, карри, или паприка, для обваливания несколько ст. Лист жирного майонеза приготовление, сыр следует натереть на самой мелкой терке, к нему добавляются такие же, мелко натертые, куриные яйца. Масса заправляется жирным майонезом и тщательно перемешивается. Масса берется ложечкой, в каждый комочек кладется одна маслина или оливка. Масса формируется в шарик и обваливается в приправе, каждый шарик выкладывается на сервировочное праздничное блюдо. Мандаринка декорируется листиком петрушки, холодная закуска, мандаринка, в виде мандарина с тунцом, рецепт. Вам потребуется, банка консервированного тунца 1 шате, яйцо вареное 2-3 штата, морковь 2 шате, крупный, майонез 2 ст. Лист высокой жирности, листик зеленого базилика для декора мандаринок приготовления, масло сливается из консервной банки. С тунцом мясо рыбы отправляется в салатник и без масла мнется вилкой. Вареное яйцо следует очень мелко натереть и добавить к тунцу. С несколькими ложками майонеза следует тщательно перемешать массу. Полученный салат не должен быть жидким, не добавляйте много майонеза. Морковь отварите и натрите очень мелко, выложите на широкую тарелку или пищевую пленку. Из салата сделайте шарики и аккуратно оберните их слоем вареной моркови. Готовые шарики выложите на сервировочное блюдо и декорируйте листиком базилика перед подачей. Острая закуска, мандаринка, с паприкой и перепелиным яйцом, рецепт. Вам потребуется, сыр плавленый, несколько шате. В зависимости от количества мандаринок. Перепелиное яйцо 10 шате. В количестве готовых мандаринок. Чеснок 5 штатов, можно добавить большее количество, в зависимости от предпочитаемой остроты. Паприка 1 пакетик приправы зелень для декора мандаринок приготовления. Отварите перепелиное яйца до полной готовности и оставьте остывать, они будут начинкой закуски. Плавленый сыр следует очень мелко натереть и в салатнике смешать с майонезом и давленным чесноком. Перепелиное яйцо оборачивается в чесночную массу из плавленного сырка, формируется шарик. Шарик обваливается в паприке и декорируется зеленью. Вкусная закуска, мандаринка, со шпротами, рецепт. Вам потребуется, банка шпрот 1 шате. Яйцо вареное 3-4 штата, морковь 2 шате. Крупный, майонез 2 ст. Лист высокой жирности, листик петрушки для декора мандаринок приготовления, масло сливается из консервной банки со шпротами. Важно использовать не шпротный паштет, а именно цельные шпроты. Шпроты без хвостиков мнутся вилкой в отдельной посуде, вареное яйцо следует очень мелко натереть и добавить к шпротам. С несколькими ложками майонеза следует тщательно перемешать массу. Шпротная масса не должна быть жидкой, не добавляйте много майонеза. По вкусу можно добавить один давленный чеснок. Морковь отварите и мелко натрите, выложите на широкую тарелку или пищевую пленку для обваливания шариков. Из салата сделайте шарики и аккуратно оберните их слоем вареной моркови. Готовые шарики выложите на сервировочное блюдо и декорируйте листиком базилика перед подачей.
Закуска «Мандаринка» с петрушкой, укропом и приправой карри. Рецепт. Вам пригодится яйцо 4 шате. Количество яиц регулируйте в зависимости от их размера. Плавленый сырок 4 штата. Предпочтительнее использовать сливочный сырок, можно выбрать со вкусом. Чеснок, несколько зубчиков, остроту закуски регулируйте самостоятельно по предпочтению. Пучок укропа или петрушки, свежий, зеленые оливки 1 банка, без начинки, майонез, несколько ст. л. высокой жирности, пакетик приправы, карри, для обваливания закуски и придания ей оранжевого цвета. Можно использовать вареную морковь. Приготовление, отварите яйца и с помощью самой мелкой терки натрите их в салатник. Туда же натрите плавленные сырки, заправьте жирным майонезом и тщательно перемешайте массу. Добавьте в массу предпочтительное количество давленного чеснока. Зелень следует очень мелко нарубить и добавить к массе, тщательно перемешать. Руками скатайте небольшие шарики, украсьте сервировочную тарелку листиками салата или пекинской капустой. В тарелку насыпьте карри, обваляйте в карри каждый шарик и положите на сервировочное блюдо. Декорируйте листиком верхушку шарика перед подачей. Закуска «Мандаринка» с рисом и сардинами. Рецепт. Вам потребуется банка консервированных сардин 1 шате. Яйцо вареное 3-4 штата, рис 100-150 грамм. Вареного круглого морковь 2 шате. Крупные корнеплоды, майонез 2 ст. л. высокой жирности, листик зелени для декора закуски приготовления. С сардин следует слить масло, мясо выложить в мисочку и измять вилкой. Мясо сардины смешивается с вареным рисом, заправляется майонезом. Вареное яйцо следует очень мелко натереть и добавить к салату. Морковь отварите и натрите очень мелко, выложите на широкую тарелку. Из салата сделайте шарики и аккуратно оберните их слоем вареной моркови. Готовые шарики выложите на сервировочное блюдо, декорируйте свежим листиком зелени перед подачей.